мобильной телефонии пришло как нежданный гость. Раньше было спаси, сохрани, теперь лайкни и перепость. Ученые в панике отмечают множество нервных расстройств, но граждане смотрят упорно только в экраны своих устройств. А в глазах ленты новостей мелькание постов, а в голове в связи с этим полная каша. Мы вытащим этот рояль из кустов. Дамы и господа, внимание, перед вами Digital Russia! Мы впереди планеты всей! Digital Russia! Digital Russia! Да, впереди планеты всей! Digital Russia! Wi-Fi повсеместно в метро и на 315 этаже. Каждая пенсионерка и школьник имеют страничку в ЖЖ. Смартфоны на каждом углу в развес, $3 за килограмм. Бомжи на вокзале бьются за подписчиков в Инстаграм. А в глазах ленты новостей мелькание постов, а в голове в связи с этим полная каша. Мы вытащим этот рояль из кустов. Дамы и господа, круглосуточной только для вас. Digital Russia! На теле родины, куда не дошел интернет. Но мне сказали, товарищ, вроде бы этих мест больше нет. Я начал спорить, но мне подтвердили, выйдя онлайн, увы. Китобои поселка Лаврентий и олени воды Тувы. А в глазах ленты новостей мелькание постов, а в голове в связи с этим полная каша. Мы вытащим этот рояль из кустов. Дамы и господа, днем и ночью к вашим услугам. Digital Russia. Там все есть? Да. Ну все, расходимся тогда.